Фредрик Бакман – шведский писатель, автор нескольких романов, ставших бестселлерами. Об одном из них «Вторая жизнь Ове» расскажет художник, член творческого объединения «Арт-Позитив» Галина Жинжикова. Она грустная, она смешная, она где-то даже сердитая, серьезная, абсолютно современная. И человек, который живет, это может быть кто угодно, это может быть наш сосед, ваш сосед. То есть Уве – это человек, который живет рядом с нами. И то, как он себя ведет, то есть он такой достаточно суровый, угрюмый, и у него умерла жена, все И он такой немножко зануда, он каждый день делает обход своей улицы, проверяет, правильно ли припаркованы машины, не кидает ли мусор туда, куда не нужно. И он немножко замкнулся в своем в горе, в своих переживаниях. И тут как-то, опять же, он проверяет, как паркуются машины, паркуется его соседка, паркуется неправильно. Это послужило поводом для знакомства, и они с ней подружились. И она просто понимает, через месяц этого знакомства, она понимает, что Уве – это очень добрый человек, и от него огромная какая-то помощь. Книга очень легко написана, я всем советую почитать именно ее, и очень приятный такой юмор, и она с юмором, она вся книга с юмором написана, и в то же время она пронзительно грустная, просто пронзительно грустная, и есть какие-то моменты, которые прям трогают до глубины души. Есть момент, который трогает до невозможности, это именно момент о любви Уве к его жене. То есть он совершенно счастливым себя чувствовал, когда она вкладывала пальчик в его руку. То есть она вложила пальчик ему в ладонь, и он, все в его жизни хорошо. Он не умел говорить особо о любви, но вся его жизнь – это преданность и любовь. Это любви книжка. Наверное, она заставит немного по-другому относиться к пожилым людям. Это книга о пожилом человеке все-таки. И ко всем его странностям, причудам, пожилых людей относиться несколько иначе. И видеть главное, наверное, то, что в них есть. Я думаю, книга об этом. О том, что надо видеть главное в человеке, а не только его внешнюю оболочку. Безусловно, буду перечитывать. И я думаю, что я найду какие-то моменты, которые просмотрела раньше. Я вообще люблю перечитывать книжки. Именно потому, что сначала ты, когда читаешь, ты все-таки идешь за сюжетом, следуешь за линией сюжета, и детали, они теряются или ускользают. А когда читаешь второй раз, уже более глубоко читаешь и понимаешь какие-то детали. Соседка, с которой он подружился, она ему принесла обмороженного кота. Уве поворчал, сказал, что он вообще не любит кошек, он не дружит с кошками, и он никогда вообще это безобразие домой не возьмет. И тем не менее, кот у него. Уве смотрит на кошака. Кошак смотрит на Уве. Уве не любит кошаков, а кошаки не любят Уве. Уве в курсе. Даже Эрнст, это его предыдущий кот, и тот не любил Уве. А уж Уве и подавно не любил Эрнста, хотя и считал его наименее вредным из всех кошаков, встретимся ему на жизненном пути. Этот же спиногрыз, как ни крути, ни капельки не похож на Эрнста, заключает Уве. Да не уживаюсь я с кошаками, пойми, ты женщина. Целый вечер уговаривал Уве Парвани. Но под конец он вообще накричал, сказал, что ни за что не возьму и только через мой труп. И нате, Уве стоит и смотрит на кошака, а кошак на него. Причем Уве и близко не напоминает труп. Последнее особенно раздражает. Парвани после того, как отвезла в больницу Йимми, насилу вызвонила какого-то приятеля-ветеринара. Или вроде того. Тот пришел, осмотрел кота, поставил диагноз – серьезное обморожение и сильное истощение. И оставил Уве подробные инструкции – как кормить да как ухаживать. Прямо не кот, а кожаный диван. А Уве – фирма по ремонту котов. Уве так прямо и заявляет кошаку – я тебе не кошачий ремонт. Кот молчит. Фредерик Бакман. «Вторая жизнь Уве». Очень рекомендую. Книга легкая, с юмором и в то же время очень трогательная. И это книга о преданности и любви.